Всем привет! Вы на канале Зимы Татьяны. И если до сих пор не подписались, жмите кнопочку подписки, лайк, колокольчик, пишите комментарии, а также не забывайте, что все ссылочки на соцсети будут в описании под видео. Ребята, я нашла игру почему-то с рейтингом 4.8, называется Gloucester Duck. Перевод, я не знаю, как правильно, да, но Gloucester или Gloucester, это глянец, так, это утка, какая-то глянцевая утка, 4.8 рейтинг, 10 миллионов скачиваний, я не знаю, что там такое нас ожидает, но по описанию, здесь надо выводить забавных уток-мутантов, собирать сотни видов голов, крыльев и тел, создавать самые невероятные комбинации, мутации бывают обычными, редкими, эпичными, легендарными. Остроумное описание раскрывает вам внутренний мир каждой утки. Разгадайте загадку черной дыры. Не черной, ну, обычной дыры, да, куда мы будем скидывать неугодных утей. В общем, давайте скачаем, посмотрим, что же там такое за 4.8 рейтинг. Вообще просто, кто рисовал? Ну, это, может быть, это в этом прикол и есть, да? Так, давайте просто посмотрим, что тут настройки. Звук, да, видимо, утя. Ну, я без звука играю, да, чтобы вам не мешать. Имена создателей и тому правила пользования. Так, хорошо. Здесь у нас будет колония. Мы можем, так понимаю, 25 уток вывести и можем кого-то пожертвовать. А здесь что? А, имя, общая редкость, редкость головы, редкость крылья. То есть мы можем еще и отсортировать. Ладно, хорошо. Здесь что? Режим настройки. А, ну тут какая-то денежка. Видимо, а мы можем как-то их передвигать? А, понятно, смотрите, за денежку мы можем апгрейдить разные гнезда, как они будут выглядеть. То есть мы еще, вероятно, будем зарабатывать на чем-то денежку, чтобы у нас, смотрите, какие красивые звезды, хотя сказать, гнезда были. Гнездо третье, я не знаю, меняется что-то, они первое. Ладно, хорошо, пока у нас только так. Давайте вернемся. Значит, у нас есть... А, еще, подождите, у нас есть какая-то коробочка. То есть, донат, конечно, присутствует. 59 рублей 200 баксов, 320, 599. И бесплатные, это, видимо, за рекламу, скорее всего. Так, здесь денежка, здесь уточки. Ладно, давайте уже, что тут делать? Тук-тук, кто там? Так, коснись, чтобы разбить... Обычная утка у нас сразу пишет. Так, обычная утка пришла, чтобы есть хлеб, натирать задницу, хочет поговорить с вашим менеджером. Вообще, вот, в этом прикол, знаете, когда вот самое простое, но описание такое прикольное. Так, образцовые утки, да, прото-утка. То есть обычные... А, тут мы можем посмотреть, что обычная голова, хвостик и это... Крылышки. Так, хорошо. И что нам дальше делать? А здесь... А здесь... Куда-то она пошла. А здесь должна быть еще черная дыра. Но, видимо, она еще не назрела. А что нам дальше делать? А, вот, смотрите. Смотрите, она открылась. Блин, она просто меня слышит. Так, пропуск... Тук-тук. То есть там еще какая-то, видимо, тоже обычная. Повысить редкость яйца. А, то есть, смотрите, можем потратить, можем посмотреть рекламу. Ну, давайте я посмотрю рекламу. Ну что? Давайте посмотрим, что нам выпадет. А, мутация, типа... А что за мутация? Длинноклюв. А, то есть, ясно. Обычная. То есть... Блин, повысить рейтинг либо за рекламу, да, либо за вот эти зеленые баксы. Окей, давайте, ради вас будем повышать и смотреть рекламу. Что, бьем, посмотрим. А, то есть у нее... Так, подождите. Ох, ты нам еще денежку дали, да, какую-то. Жопка... Так, считается... Блин, подождите. Так, утончик. Ну, попка похожа на какую-то какашечку, я так понимаю. Редкая. А, смотрите, эпическая. Ну, ладно. У нас только пока вот здесь вот мутация произошла в жопке. Пока, ну, таких мутантов у меня прям нету. Тоже опять.
Минус, сразу говорю, что, блин, чтобы вывести какую-то редкую, надо постоянно смотреть рекламу. Слушайте, я даже сейчас рекламу не смотрела, на удивление, и у меня все равно мутация не входит в набор. Ну ладно, пофиг. Не входит, так не входит. В общем, мутация у меня какие-то дополнительные крылья. Обладает фотографической памятью, рассказывает утятам, что проказника воруют угри. Ладно, блин, я хотела обычную, давайте обычную. Мне просто обычную дайте. Вот, обычная утка, сейчас я ее хочу пожертвовать. Вот, вот, вот эти, да, по-моему, обычные. Смотрите, жертвую. Такая, тыщ. И ничего не произошло, да? Я думала, сейчас кто-то вылезет. Или я мало жертвую. А, смотрите, тут еще цвет яичек разный. Тут какой-то вот зелененький. Так. О, смотрите, тут какая-то редкая у нас вылупляется. А, смотрите, видите, время идет. Я-то такая думаю, что это за фигня? Ладно, 20 секунд мы подождем. Так, обычная, да, скорее всего. Ничего не буду делать, мне влом. Все, до свидания. Вау! Ой, божечки, кошки, ну, прикольно. Здесь у нас мутация с крылышками. Так, играет на гитаре, но знает только одну песню. Боится переходить дорогу после происшествия с курицей. Читила докторскую диссертацию по вопросам кряканья. Часто говорит о марсианах. Смотрите, мы можем здесь держать 25. Так что кем-то придется жертвовать, если что. Тебя, я вот тебя хочу. Тио! Мне просто интересно, кто-нибудь там вылезет из этой дыры? Смотрите, начинающий астроном, на ее счету множество нежелательных жертв. А здесь у нас что? Скейтер. Выкинула единицу на дружбу с животными, всегда готова крякать. Какая же у нас была? Так, вот, давайте ее сюда. О, что-то выползла, монстр. И что мы сделали? Смотрите. Проклятая костись. Мне прям интересно. То есть мы на этого монстра, так понимаю, потапать, да, чтобы вот это яйцо получить. Смотрите, какая проклятая утка. Прикольно. Стесняется своих перышек, похищает мелких птиц и забудется о них в своем гнезде. И теперь у меня, смотрите, здесь можно сортировку сделать по номерам. И здесь, соответственно, ставить галочки, кого вы хотите пожертвовать. То есть не обязательно оттуда, например, брать и кидать. Ну, блин, брать и кидать так прикольно. Первого нету, третьего нету, седьмого нету, восьмого нет, девятого нет. В общем, было бы еще неплохо, если бы писали количество на данный момент уток, повторюшек вот здесь вот. Потому что, еще раз говорю, они, блин, супер похожи. Надо прям присматриваться, кто чем там отличается, чтобы кого-то можно было выкинуть. Так, что нам здесь дают? А, образцовые утки. То есть у нас уже здесь нарисовано, что мы имеем. Образцовые утки, да, и дальше. Ну, мы же ее получили. А почему она здесь не отображается? Ну, ладно, хорошо. То есть у нас... О, я хочу утку Деда Мороза прям вообще. Утиный гримуар выводит уток, о которых рассказано в пророчествах. Вау! Вау, у меня одна из девяти, которая в пророчестве. А, так, части. Тоже тело, крылья. Так, окей, ачивки. Выведи их... всех, выведи уток 10 раз, да, утка-птица гордая, тут у нас какие-то мелкие такие задания, да, и так я понимаю, чтобы нам за это какие-то денежки, наверное, дали, амулеты, амулетов у нас нет. Плюсы. Игра простая, тут нет никаких сложностей, минимальное количество кнопок, минимальное количество действий. Минус. То, что если вы хотите редкую какую-то уточку, да,
шанс с рекламой, наверное, больше. Наверное, но это не точно. Потому что мне и без рекламы попадались тоже редкие. Дальше. Выполняя ачивки, вы зарабатываете баксы для того, чтобы вот это... Duck Bucks, да, утиные баксы для того, чтобы покупать, например, какое-то гнездо или пропускать время ожидания вылупления яйца. Возможно, это хорошо, но иной раз вот это мешает игре. Плюс, что еще? Какие-то монстры вылезают. Пока что, да, два раза я скидывала утей, вылезал один и тот же монстр, и одна и та же утка вылуплялась. Возможно, в дальнейшем, чем больше вы там будете скидывать, может быть, каких-то странных утей, монстры будут другие и другие ути. Не знаю, почему рейтинг 4.8, напишите свое мнение в комментариях. Всем огромное спасибо за внимание, с вас лайк и подписка, с меня интересный контент, а я на этом с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, обнимаю, обожаю и всем пока-пока! Муа!